Прошла неделя, и мы снова на паркете. Напряжение растет. Последний раз вы видите все 8 пар. Уже после этой программы с одной из них придется расстаться. Смотрите, мы начинаем! Дамы и господа, в эфире шоу «Танцы со звездами». Ведущие Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев. Настя, вот каждый жест должен что-то означать. А что ты хотела донести до зрителя вот этим своим «па»? Я хотела донести до зрителей одну простую мысль. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, наши телезрители! Добрый вечер! Мы на канале «Россия» вместе с танцами, звездами. Что будем сегодня танцевать? Ой, Юра, сегодня мы будем танцевать два очень красивых танца, но совершенно разных. Румбу и квикстеп. Румба родилась на Кубе еще в 19 веке, соединив в себе испанские мелодии и африканские ритмы. Румба – танец любви. Таким его делает особая пластика движений, пронзительный взгляд и романтика отношений партнеров. Каждая пара, танцующая румбу, делится с нами самым сокровенным – своими чувствами. Квикстеп – это фокстрот, только быстрый. Нерадивые музыканты играли медленный фокстрот слишком ритмично. Танцоры сначала негодовали, а потом привыкли. Так и появился квикстеп. Легкий, воздушный, стремительный. Танец удачи и хорошего настроения. Вот скажи, что у тебя получилось бы лучше, квикстеп или румба? Что за вопрос? Все. Я бы взяла любовь, добавила бы туда удачи, хорошего настроения и в бой. Так легко, стремительно, легко, стремительно. Да. Ну а что у меня получилось бы лучше? Юр, ты так хорошо объявляешь наших звездных участников. Так легко, стремительно, да. На паркете пара номер один. Народная артистка России Елена Яковлева и чемпион России по латиноамериканским танцам Александр Литвиненко. Пара номер два. Славная парочка, специальный корреспондент канала России Вячеслав Грунский и его партнерша, чемпионка Москвы по латиноамериканским танцам Ярослава Даниленко. Пара номер три. Звезда эстрады Наталья. Ведущая программы «Вести» Мария Ситель и ее партнер, призер чемпионата мира по латиноамериканским танцам Владислав Бородино. Пара номер шесть. Актер Алексей Кравченко и его партнерша, победительница турнира в серии «Гран-при» Марина Копылова. Пара номер семь. Народная артистка России Лариса Голубкина и чемпион СССР по бальным танцам Игорь Кондрашов. Пара номер восемь. Певец и актер Антон Макарский и его партнерша, чемпионка мира по европейскому секвею Анастасия Сидоров. Thank you.
всем. Но пока ни с кем не расстаемся. Мы всех вас приветствуем, дорогие друзья. Всех наших участников. И, как всегда, с нами фонограф джаз-бэнд, маэстро Сергей Жилин. И наши великолепные вокалисты. И, конечно же, наше жюри. Юра, у нас очень мало времени для того, чтобы наших звездных участников расставить по местам. Сейчас настала минута для того, чтобы мы вспомнили, как голосовало жюри на прошлой программе. Вот с такими результатами окончился конкурс неделю назад. А сегодня мы суммируем результаты за два танца. Вы можете изменить коренным образом результат голосования жюри. Звоните нам, дорогие друзья. Поддержите ту пару, которая вам понравилась больше всех. Поддержите тех, кого вы любите. Ах, любовь, любовь, боже мой, что может быть лучше? Лучше может быть любовь только в исполнении Натальи Королевой и Евгения Папунаишвили. Что вы хотите? Вы скрестили. Да. Ты грузин? Да, наполовину. Грузина и украинку. Можете себе представить, какую атомную смесь горючая вы приду? Смесь. Горючую смесь. Да. Стой. Время тянем, Женя, стой. Время тянем. Беги! Конечно. И! Какая первая нога? То, что Женя безумный, это диагноз. Женя, ты как-то так недобро. Смотришь, куда вы меня бросите? Потом мы по темпераменту такие достаточно хорошие, и мы все время, как бы, даже любую лирическую ситуацию, мы все хотим свести на какой-то юмор. Готовы! Я поняла! Смотри, жюри, ну вы видите, ну вот мой талант, он же видно, видно, даже без танца, совершенно нормально. На паркете пара номер 3. Наталья Королева и Евгений Папунаишвили. Румба. Хочу вас поздравить, потому что по результатам предыдущего конкурса вы на первом месте. Ура! Скромно, скромно. И сегодня вы выступаете под номером 1. Может быть, это судьба? Но это необходимо. Пройти через первый номер. У вас получилось. Надеюсь, что именно так думают члены нашего многоуважаемого жюри. Станислав Попов, ну, я думаю, скажите. Что... Да, я с удовольствием скажу. Я думаю, что начало программы у нас получилось. Для меня, на удивление, на паркете был тот образ латиноамериканской танцовщицы, который мы хотим видеть на паркете в наших танцах. И
к числу, может быть, каких-то замечаний, хотел бы отнести то, что вы, наверное, знаете, что в румбе очень важно в основной технике движение бедер. Я думаю, что мы получили бы еще больше наслаждения, наблюдая за движениями ваших бедер, когда это более выразительно. Невероятно. Там бедра двигались так, что я просто теряла микрофон. Настя, я старалась, но вот мы украинские женщины, правильно? Мы как, нам тяжело так. Ничего, попробуйте. Ирина Александровна, вам слово. Я думаю, что украинские женщины всегда в семье были, всегда главенствовали. И я думаю, что в этом танце, несмотря на то, что у вас такой прекрасный рядом находится мужчина, вы все равно были главной. Спасибо. Владимир Андреевич, вам слово. Ну, я думаю, что танцоры справились с волнением именно первого танца, но, тем не менее, оно присутствовало. В некоторых моментах, как мне показалось, было... Я бы сказал так, что слишком много сил лишних употреблялось для выполнения движения, и в результате вы иногда теряли баланс. Но в целом я поздравляю, для первого номера вы станцевали замечательно. Спасибо. Валентин Гевшев, ваше мнение? Я коротко, смело, чувственно, с характером. Ну что ж, дорогие мои, отправляю вас к Юрию Николаеву. Надеюсь, вы наслушались хорошего уже про себя. Вы слышите, дорогие телезрители, вы слышите, как поддерживает зал Наташу Королеву? Вы просто обязаны взять сейчас телефон и набрать номер 8 809 230 03 и поддержать Наташу. Ну, мы договорились? Результаты жюри. Станислав Попов. 8. Ирина Винер. 8. Владимир Андрюкин. 8. Валентин Гневышев. 8. Сумма баллов 32. Да, нормально, нормально, Жень. Стабильность – показатель. Признак. Признак. Да, да, да. Успехов, дорогие друзья. Ну а сейчас, сейчас... Выйдут настоящие бойцы танцевального фронта. Кто же это, Настя? Специальный корреспондент телеканала «Россия» Вячеслав Грунский и его партнерша Ярослава Даниленко. Что тебе легче? Мне, не знаю, вот Ярослав считает, что мне легче танцевать крикстеп. Но мне кажется, что если бы я не прошел эту школу ча-ча-ча, не испытал на себе все те унижения. Крайне нестабильный ученик. У него то супер получается, то на следующий день уже не получается ничего. Плохому танцору поможет хороший хирург. Давай вперед. И туда, туда, двигай. Ярослава, она, естественно, она нетерпелива, да, то есть она учит детей, да, там, ко мне, я так понимаю, отношение как ко взрослому. Слушай, ну если ты так детей учишь, я Слава, не знаю, они у тебя или вундеркинды, или... Они у меня нормальные дети, сильно, я их не бью, вообще не трогаю, они меня как видят, сразу все делают. Я злюсь, например, на него очень сильно, он на меня тоже злится, но когда у нас получается... Это радостно. Весело должно быть. А мы с тобой как грузчики. Ну, пока да. Да. Кто там грузит лесосплав, это грузкий Вячеслав, понимаешь? Вот. Пара номер два. Вячеслав Грузский и Ярослава Даниленко. Квикстеп. Телефоны, такие маленькие перемены. Законы Ома еще не знакомы. Таких ботинках моря по колено. Не надо думать, что все обойдется. Нет, напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все, что тебя касается.
касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Браво! Грудь, интеллигентка, браво! Вау, неожиданно. Браво, 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 как это красиво, блестяще, блестяще. Ребята, как вас поддерживают? Очень приятно. Вам обязательно сегодня должно повезти, потому что вы пара номер два и выступаете во второй конкурсный день под вторым номером. Это же здорово, это же просто какая-то примета, а? Да, ну почему-то занимаем 8-е место. Не важно, это уже не важно, это к примете не относится. Тем более, что это сейчас так будет зависеть от членов нашего жюри. Владимир Андрюкин, видите, как мы вам сильно улыбаемся? Оцените. Ребята взяли такую сложную хореографию, которую не осмелится взять даже некоторые опытные танцоры. И, может быть, это отчасти сыграло злую шутку, потому что мне, например, очень понравились трюки в вашем исполнении, но они не имеют прямого отношения к квикстепу. Есть такая вещь, что, как большинство шагов, все-таки исполняется у партнера с каблука, да? Вот я наблюдал, партнер аккуратно все время танцевал с носочка. Это если придираться. Но на самом деле яркое зрелище, и вы вполне справились с квикстепом. Ирина Александровна, ну пощадите, ну что ж это? Нет, мне нечего щадить, потому что мужское начало было явно видно. Ну, слава при Богу. Том, он так здорово подпрыгивал, очень здорово летал, и мне очень понравилось. Ну, отлегло. Ирина Александровна, вам от меня отдельный поклон. Славы, отправляйтесь к Юрию Николаеву. Да. Ох, наслушались, детки. Телезрители наши дорогие, не забудьте, что слава этой парочки в ваших руках. А позвонить вы можете по телефону 8 809 230 02. Ну поддержите же их! Слава, 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 слава! Да, ну что, летающий мужчина, ты доволен своим выступлением? Никогда не доволен своим выступлением, но я думаю, что... В общем, по эмоциональности мне очень понравилось. То есть мы так чувствовали с Ярославой, как никогда, даже на тренировке. А ты довольна, Ярослава? Слава молодец. Я вообще, в принципе, сегодня верила только в Славу, в себя и в судьбу. И жюри? Станислав Попов. 6. Ирина Вина. Владимир Андрюкин. 6. Валентин Гневушев. 5. Сумма баллов 26. Спасибо, Слава, спасибо, Слава. Удачи, удачи. Еще все впереди. Дорогие друзья, я напоминаю, что наивысший балл 10. А мы продолжаем наш конкурс. Румба. Антон Макарский, Анастасия Сидоран. Это то, что я могу понять ее. И мне безумно нравится то, что она абсолютно понимает меня. Пам, да, пап. Yes, супер. Классно. То, что происходит между нами в творческом плане, это просто потрясающе. И сколько лет я этого никогда не чувствовала. Ни от одного мужчины. Именно в профессиональном плане. Вот эта страсть, вот этот накал, он должен присутствовать. Супер. Пара номер 8. Антон Макарский и Анастасия Сидоран. Румба. Thank you.
А я это сделаю, если меня оставят в этой программе. Ага, обещаешь, обещаешь. Хотя бы шапочку приснял бы немножечко так. Да. Ну ладно, это хорошо. Это имидж. Настя, скажи по секрету, Антон быстро согласился на этот фокус? Ну, с раздеванием. Еще бы. А, ну, сейчас не будем продолжать. Передаем слово нашему многоуважаемому жюри. А Станислав, вам слово. Я надеюсь, что присутствие олимпийского чемпиона по борьбе – это не давление на жюри. В вашем номере, если говорить о технике, хотелось бы увидеть, конечно, несколько основных движений румбы. Это можно отнести к недостатку вашего номера и танца. Но вы потрясающе поняли характер этой музыки, передали характер этой музыки. И образ, который вы создали, мужчины и женщины, танцующие вместе и любящие друг друга, очень своеобразной, такой страстной любовью. Это было очень интересно. Спасибо, спасибо. Валентин, вам слово. Бонд, Макарский Бонд. А вот вы трежули, абсолютно. Вы прекрасны. Я не знаю, что делать дальше. Надо прекращать журить. Не покидайте нас, пожалуйста. Значит, номер китупа, если мы переходим с вами на французский. Да. Merci. Спасибо вам большое, merci, Валентин. Merci, merci beaucoup. De rien. Он тоже умеет. Rien, молодец. Юрий Николаев, все девушки, женщины, бабушки, в общем, все те, кого можно назвать слабым полом, сейчас быстро, нервно схватили телефон и начали судорожно нажимать эти цифры. 8, 809, 230, 08. А, Бель. Ну и все остальное. О чем ты думаешь перед началом танца? Я безумно волнуюсь. Перед каждым выступлением, будь то танец, будь то выступление, но в танце больше, потому что это мне непривычнее. Поэтому я сейчас чувствую себя первокурсником. Ну, сейчас результаты жюри. Станислав Попов. 8. Ирина Винер. 8. Владимир Андреевич. 9. Валентин Гневочкин. 9. Сумма баллов 34. Ну, довольны, мы, да? Нам пока хватит. Мы разогреваемся. Только начало. Простите, дальше я обещал рубашку порвать на себе. Я буду ждать. О, тем более ждать. Дорогие друзья, уважаемые телезрители, не забывайте про голосование. Голосуйте за ту пару, которая вам понравилась больше всех. Ну что же, наши следующие участники, я так понимаю, очень строги к себе. Партнер буквально в ежовых рукавицах держит свою партнершу. Ну, в общем, как живешь, так и танцуешь, это мы все понимаем. Одним словом, квикстеп от Ларисы Голубкиной и Игоря Кондрашова. А прыгать будем? Будем. Чуть-чуть. Раз, два, три, четыре. Я знаю, что я пытаюсь сейчас быть танцором. 5, 6, 7, 8. Как корова на льду. Даже не на льду, а на полу. Корова хорошее животное очень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, ну не пугайте так. Я ничего, ни музыку не слышу, я от вас вздрагиваю. В хореографическом классе исключительная должна быть дисциплина. И все равно, вот стоп, опять... стоп, тихо. Ну там. Выполните мое задание. Это эмоции. Меня они не интересуют. Мне нужно выполнить мое задание. Делайте. Мне достаточно его взгляда и чуть-чуть прижать меня рукой. И все, я подчиняюсь ему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да. Лучше не будем говорить. Нет, смешно. Нет, там смеха хватит, поверьте мне. На паркете пара номер 7. Лариса Голубкина и Игорь Кондрашов. Quick step. Thank you.
some time. I got to give myself one more chance to be the man that I know I am. To be the man that I know I am. Won't you just tell Cincinnati I'm gonna need your love. Won't you give me your love. Won't you give me your Shamon, Shamon. Просто как горная лань, если такие бывают. Блестяще. Это последний скачок в моей жизни. Не надо, не надо. Вы кокетничаете, напрашивайтесь на комплименты. Валентин Гневщик, вам слово. Знаете, женщины нас часто обманывают. Бывает, да, да. Последний раз, последний раз, последний раз. И так еще раз. Я надеюсь. Ну, я надеюсь тоже. Дело в том, что вы слишком жизнерадостны, слишком... жизнеутверждающие, и это радует не только нас, но и всех. Ирина Александровна, побалуйте нас чем-нибудь, пожалуйста. Я хочу сказать, что максимум того, что можно было сделать, и максимум того, что в этом танце нужно было показать, я думала, сделала Лариса, ее педагог, который просто ее, просто в танц старался ее взять на плечи. И если бы это можно было сделать, он бы ее пронес прямо на танцы сам и сделал бы все, что положено. Очень здорово. Спасибо. Юрий Николаев. Юрий Николаев. А вы, дорогие мои телезрители, вы же помните, что надо делать. Я даже уже могу вам и не напоминать. Просто взяли телефон, набрали цифры 8, 809, 230... 0,7 и все. Ну а сейчас результаты, результаты, результаты. Станислав Попов. 7. Ирина Витта. 7. Владимир Андрюкин. 6. Валентин Гневушев. 9. Сумма баллов 29. Ну, я не знаю, я не знаю. По-моему, низкие оценки. Нет, мне очень нравятся эти оценки. Я заслужил даже меньше. Нет, спасибо. Больше. Спасибо вам большое. Я вам хочу сказать, что в бальных танцах 2-4. Совершенно особый счет. Не думайте, что я сошла с ума. Просто немножечко по-другому считают. Знаете, сильная доля на 2 приходится. Почему, уже не знаю, но тем не менее. Некоторые наши участники до сих пор, открываю вам небольшой секрет, не освоили это. Это совершенно не относится к той паре, которая сейчас выйдет на паркет. Мария Ситель и Владислав Бородинов. Румба! Ну, у меня изменилась посадка, у меня изменилась осанка, у меня изменилась пластика жест, у меня в голове совершенно перемешались все мысли. Я даже напеваю что-то на работе, когда иду, я... В общем, ну, это... все с ног на голову. Я надеюсь, что мы с Машей научились разговаривать телом. Я надеюсь, это так. Вернее, не надеюсь, а уверен. Вом. И. Вом. Да. Дальше переворот. Вом. Супер. Получилось. У нас потрясающая румба. У нас внутри порог. Помнишь, как мы лежим? Нога, да, здесь. Я просто вел с ней себя аккуратно. Пытался ей, может быть, с одной стороны понравиться. Ты должна прожигать меня глазами. Вом. Да. Она должна гореть. Я не успеваю заходить в его мысли. То есть он пытается вот все-все-все, вплоть до мельчайших деталей мне объяснить. 3, 4, 5, 6. Воу! Я же говорю, боюсь улететь на каблуках. Пара номер 5. Ведущая программы «Вести» Мария Ситель и ее партнер Вячеслав Бородинов. Румба. Что мне
просит каждый раз об одном, но... Владислав, скажите, что же лучше получается у вашей партнерши, вальс или вот румба? Говорите, не таите. У нее получается все. Ну, может быть, кто-то и ожидал другого ответа, но это точно не я. Браво! Надеюсь, что точно так же думают наши многоуважаемые жюри. Станислав. Удивительно, что за такой короткий период вы действительно научились танцевать настоящую румбу. Это действительно настоящая румба, это красивые руки, это характер, который был хорошо передан. Поэтому это было очень хорошо и приятно смотреть. Спасибо. Владимир Андреевич, вам слово. Я согласен со Станиславом в том плане, что это третья румба, которую мы сегодня видели, и пока это была самая румба из всех трех показанных. И небольшое замечание. Замечательный эффектный трюк с цветами, но я бы его оставил все-таки за кулисы, потому что думаю, что вы могли бы еще 3-4 секунды станцевать красивый танец, это бы нам доставило большое удовольствие. Мы не договаривались, это было полной неожиданностью, поэтому не ожидала. Но это было так красиво, так романтично. Спасибо вам большое. К Юрию Николаеву. А? Сожаление. Сожаление, конечно. Да. Я очень сожалею, что она не занялась художественной гимнастикой. Я бы из нее сделала чемпионку мира. Она просто красавица. Спасибо, спасибо. Это лучший комплимент. Это был лучший комплимент. Волнуется? Ой, боже мой, а как волнуюсь я, дорогие мои друзья. И надеюсь, точно так же волнуются наши телезрители. И звонят по телефону, помня в глазах эту румбу 8-809-230-05. Маша Ситы. Скажи, правда, что ты танцуешь дома? Ну, вот последние 3-4 недели, что мы занимаемся, я танцую дома, это правда. И где же? Кухня, холл, в общем-то, спускаясь по лестничной клетке, это... я тоже танцую, пританцовываю, пока никто не видит. Какая же должна быть кухня? Но результаты жюри! Уважаемые судьи, приготовьте ваши оценки. Станислав Попов. 9. Ирина Венер. 9. Владимир Андрюхин. 9. Валентин Гневушев. Сумма баллов 37. А, да, ну, я тоже рад за вас, конечно же, Влад. Ребят, вот скажите, сколько нужно времени, чтобы так научиться танцевать, а? Это вечность. Вечность, вечность. Значит, у нас с Настей есть время, чтобы станцевать румбу. А начнем мы репетировать прямо сейчас, во время рекламы. Если звезды зажигают, это нужно видеть. Yeah, блестящее yeah. Шоу танцы. Этих ваших, извини, знаете, товарищ, никогда не танцуйте с теми, кто два раза вам наступает на ногу. Дорогие друзья, никогда не делайте вульгарных движений, чтобы не отпугнуть нормальных партнеров и привлечь, не знаю, бог знает кого. Ах так? Да. Никогда не заглядывайте в разрез своей партнерши, когда вы танцуете, вот так. Никогда не перешагивайте через партнера, если он упал и лежит на полу. Ага.
Что вы думаете, мы ругаемся? Нет, мы не ругаемся. Мы просто вам напоминаем правила спортивных бальных танцев. Вот и все. Вдруг вам захочется потанцевать с нами? Ну, может быть, не только с нами, а и со звездами. Итак, «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Народный артист России Игорь Бочкин, Ирина Остроумова. У нас как в семье все. Мне так кажется, да? Посмотрите на меня, снимите меня. У меня партнерша зевает еще в это время. Мне очень нравится. Он спровоцировал меня несколько раз. Он специально вызывал меня уже на такой агрессию. Так, либо мы сейчас работаем нормально, работаем, понимаешь? Если либо ты все время мне диктуешь свои правила. Работаем, понимаешь, мне твои правила работаем, в театре у тебя вот, понимаешь? Работаем. Это не конфликт, это нормальный творческий момент. Пара номер 4. Игорь Бочкин и Ирина Остроумова. Quick Step. Танца. Игорь, к чему бы это? Очень требовал Острова. Да, Ирина, вы жестокие. Вы так со всеми мужчинами или партнерами, я имею в виду, по танцам? Нет, не со всеми. Нет, не со всеми. Ну ладно, хорошо. Игорь, вы божественно танцуете? Да, да, я старался. Он старался. Владимир Андрюкин, пожалуйста, скажите свое слово. Вот первая часть очень хороший был, на самом деле, квикстеп. Вот из всех показанных, при всех виртуозных комбинациях, это был самый правильный характер движения квикстепа, что меня искренне, так сказать, порадовало. Вторая трюковая часть была очень, ну я бы так сказал, по-простому, навороченная. Очень сложная физически, технически. Но мне кажется, здесь партнер как раз имел возможность в полной мере выразить партнерское, мужественное начало. И последняя поза, когда партнерша все-таки вынудила его упасть, это был явный такой, момент кокетства, я бы так сказал. Ну, молодцы, спасибо за танец. Спасибо большое. Спасибо. Ирина Александровна, вам слово. Мне показалось, что партнерша перетанцовывает. А вообще, так как вот я вообще женщина с Востока, мне хочется, чтобы все-таки партнер был всегда ведущий. Спасибо. Юрию Николаеву, прошу вас. Дорогие друзья, ну позвоните, поддержите народного артиста Игоря Бочкина по телефону 8-809-230-04. Ну мы же ждем. Мне кажется, ты слишком серьезно относишься к конкурсу. Это так? Нет, это правда серьезный момент в моей жизни, если честно. Вот. И конкурс замечательная штука, но, как мы говорили раньше, да, главное не участие, главное не победа, главное участие. Но очень хочется, в общем, не ударить лицом в грязь. Сейчас посмотрим, как жюри относится к тебе. Станислав Попов.
8. Ирина Винер. 7. Владимир Андрюхин. 7. Валентин Гневушев. 7. Сумма баллов 29. Немного. Игорь, ты можешь сейчас сказать все, что ты думаешь о жюри. Пожалуйста. Пожалуйста. Я говорю одним словом. Все! Ну, а сейчас, Настя, у тебя есть возможность сказать все, что ты думаешь о следующей паре. Да, но сначала мне так хочется сказать, что я думаю о танцах. То есть, конечно, не я, а Бернард Шоу, лучше сдаться сразу. Танец – это вертикальное выражение горизонтальных желаний. Красиво сказано, правда? Я думаю, что танец в исполнении следующей пары будет самым красноречивым подтверждением этим словам. Алексей Кравченко и Марина Копылова. Румба. Хотели, чтобы Шрек танцевал. Сейчас будет Шрек танцевать. Хочется снять зеркала, потому что не нравишься себе. Если партнерша очень все красиво получается, то ты выглядишь как деревянная лодка, которая вроде плывет, но выглядит не очень красиво. Я после нашей первой тренировки уже готова была поменять моего партнера на Алексея Кравченко. Мы должны влюбляться, правильно? Правильно. Мы должны это играть, правильно? Кто поговорил? Поехали. И разворачиваешься. Любимая моя. И на руки к тебе, да? Да. Пара номер 6. Алексей Кравченко и Марина Копылова. Румба! Что я должна сделать, скажите мне? Просто станцевать со мной. Прямо сейчас? О, боже! О, боже! Ну, что? Текьеро мио. Можно я продолжать программу? Или еще потанцую? Надо продолжать, да, я поняла. Хорошо. Что сейчас надо было говорить? А, да, жюри, пожалуйста, скажите свое мнение. Я думаю, что Алексей прирожденный румбист. Если бы еще немножко обратить внимание на основной шаг, чтобы он точно был на 2-3-4 раза, там вначале были немножко ошибки. А в целом мне показалось, что это была очень красивая румба и красивый танец мужчины и женщины. Спасибо. Валентин. Ваша сила и ваша красота в ансамбле составляет большой плюс. Спасибо. А теперь к Юрию Николаеву. К Юрию Николаеву передавать ему большой привет. А вы, дорогие мои телезрители, немедленно...
немедленно должны схватить телефон и начать его поддерживать по телефону 8 809 230 06. Пожалуйста. Мария, у меня вопрос к себе. Тут и любовные истории, и Настя с ней. У меня вопрос к себе. Ты-то считаешь, Алексей, это мужчина-вальс или мужчина-румба? Я думаю, что он, во-первых, просто мужчина. Сильный, мужественный. Я думаю, что многие женщины у его ног. Слушай, завидую. Вот. Результаты жюри. Станислав Попов. 7. Ирина Винер. 8. Владимир Андрюхин. 6. Валентин Гневушев. 8. Сумма баллов 29. Что вы скажете по поводу оценок, Леш? У меня такое ощущение, что меня считают профессиональным танцором. И все требования, которые к нам высказывают, в основном на меня. Конечно, ко мне как к профессиональному танцору, но я актер. Я думаю, что если члены жюри выйдут на сцену театральную, у меня тут будет много претензий. Зрители, согласны? Да, да. Ну, счастливо, удачи, удачи. Ну, непредсказуемые танцы, непредсказуемое жюри и непредсказуемое ведущее. Оставайтесь с нами. Неожиданное открытие в программе «Танцы со звездами» сразу после рекламы. Спонсор программы «Чай Гринфилд». Грациозная. Если вы умеете говорить, значит, вы умеете петь. Если вы умеете ходить, значит, вы умеете танцевать, гласит народная африканская пословица. Ха! А если вы умеете ходить, но не умеете танцевать, то это значит, что африканская пословица врет. Но это совершенно ничего не значит, потому что если вы не умеете танцевать, то мы вас обязательно научим в нашей программе «Танцы со звездами». Сейчас на этом паркете появятся Елена Яковлева и Александр Литвиненко. Но сначала, дорогие друзья, мы увидим, какой нелегкой ценой давался легкий и воздушный квикстеп Елене. Съезжайте по мне, двумя ногами скользите. Куда? Так, доворачивайте, прокручивайте. И как бы в пол закрывается ладонь. Угу. Да, а эта рука такая открытая. Вот она умерла. Я вся в синяках, и мне все болит. Вот и все. Держи спину, Лен. Куда? Потому что я сейчас отпущу руку. А. Я сейчас отпущу руку. Ну и отпускайте меня. Я отпущу руку. Я же говорю, отпущу руку. Мне хочется тебе творить и танцевать. Желательно до последней программы. И вот эта фигня такая. Да. От которой сводит что-то. Страшно, что я подведу Сашу очень сильно. И раз. Два. Два. А три. And a four. Молодец. И квик. Сейчас, сейчас, секунду. Вот так. Да, умничка. Теперь на меня смотрим. Поднимаемся. Как? Красиво. Красиво. Пара номер один. Елена Яковлева и Александр Литвиненко. Квикстеп. Baby, that you got set me free. I want to love.
подвели Александра. А, наверное, это вопрос к вам. Ни капельки. Ни капельки. А вы в этом уверены, Лена? Лена, честно? Нет. Уверена, подвела. Уверена. В какой момент? Еще в чаче подвела. А тут так вообще. Тим, надеюсь, что наша жизнь сейчас ничего не слышала. Ирина Александровна, вот вы же ничего не слышали. Ну, скажите хорошие слова. Ну. Хорошие я обязательно скажу, конечно. Хорошие я обязательно скажу, потому что... На взгляд профессионала, наверное, первую половину сделали блестяще, вот этот квик-степ. Степ – это шаги. Степ тоже показали. На вторую половину сделали акробатические какие-то моменты, которые тоже понятны всем зрителям. Мне очень понравилось. Спасибо. Владимир Андреевич, пожалуйста, вам слово. Сегодня мне очень понравилось партнерство. Роль партнера в паре была просто идеальна. То есть явная ведущая линия партнера – и элегантная дама, которая отвечала и искренне ждала команды от своего партнера. В общем, я всю жизнь, когда танцевал, мечтал о такой партнерше. Вот. И сегодня я увидел реализацию на паркете. Поздравляю. Патрисович, ваше сердце успокоилось, Лена? Нет, я сейчас думаю, что я ошиблась немножко с платьем. Если бы я его сделала чуточку покороче, то каблуком бы не задевала и... Не портило бы движение то, что сделал Саша. А чуточку это вот, вот так? Нет. Или? Да, вот совсем чуть-чуть. Понятно. Я думаю, что вы учтете это в следующий раз, да? Лена, сегодня вы потрясающе, великолепно завершили эту программу. Это было здорово. Ну что же, успокоенных отправляю вас к Юрию Николаеву. К Юрию Николаеву. А телефон я вам просто должна напомнить. 8-809-200-30-01. Лена Яковлева, не забудьте! Молодцы, молодцы, молодцы. Лен, действительно, в прошлый раз вы выступали первыми, сегодня последними. Разница есть? Есть. И то, и другое не очень хорошо. Сейчас увидим результат. Владислав Попов. 10. Ирина Винер. 9. Владимир Андрюкин. 8. Валентин Гневушев. 8. Сумма баллов 35. Ну что, дорогие друзья, теперь зависит все только от вас, уважаемые телезрители. И сейчас мы узнаем, как голосовало жюри в течение сегодняшнего шоу. Наталья и Евгений 67. Антон и Анастасия 65 баллов. Мария и Владислав 65. Лариса и Игорь 61 балл. Елена и Александр 61 балл. Игорь и Ирина 58. Алексей и Марина 54 балла. И Вячеслав и Ярослава 50 баллов. Дорогие мои друзья, сейчас только в ваших силах изменить эту ситуацию. Голосование продлится до завтра и закончится оно в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Вы слышите меня? Все обойдется, нет, не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. Всегда ты рядом, будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом. Бесяны мучают, como si fuera esta noche la última vez. Show it away.
неделю мы просимся с одной из пар. Кто это будет, решать вам, уважаемые телезрители. Результаты по первым двум неделям и ту пару, которая нас вынуждена будет покинуть, мы узнаем 28 января в 10:30 по московскому времени. Будьте с нами и со своими любимыми звездами в этот драматический момент. Поддержите нас! Окончательный результат – это половина оценок жюри, а половина ваших оценок, уважаемые телезрители. Делайте телевидение вместе с нами и не пропустите третью серию шоу «Танцы со звездами». Будут танцевать все. До встречи в следующую субботу.